Каждый человек, как природный хрусталь, чтобы засверкала в полную силу и красоту хотя бы одна его грань. Сколько людей, ситуаций, обстоятельств призваны ее отшлифовать. А уж каким образом, одному Господу ведомо. Жизнь по своей сути прекрасна, это бесспорно. Но не поспоришь и с тем, что непроста. Ставит задачи, требует их решения. А решение, верное решение, как правило, подсказывает наша совесть. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Даже в лютый мороз, а мы приехали к нашим героям в самый холодный день февраля, этот дом словно излучает тепло. Уютная кухня в стиле кантри, милые детали быта и интерьера – просто, но стильно и с такой любовью к своему домашнему очагу. В гостиной винтаж, комод, шкаф, буфет, полное погружение в пространство прошлой эпохи. Мне кажется, что то, что было у наших предков, оно такое настоящее, оно такое вот цельное. И вот даже, казалось бы, предметы, пехоты, вот эти вот комоды, буфеты, они ведь чисто деревянные, и ты, когда прикасаешься к нему, ты чувствуешь, что ведь это, ну, вот история. Здесь человек какой-то сделал, другой человек использовал у себя. И вот соприкосновение с этой историей, оно, ну, мне доставляет какое-то такое, знаете, удовольствие. Муж нашей героини, клирик храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской города Реж, протоиерей Борис Бароев, свою матушку поддерживает. Сам ищет и привозит в дом любимые ею предметы старины. Знает, что для нее это не дань моде, не каприз. Это выражение любви и благодарности своим предкам. Матушка Татьяна их, конечно, не застала. Но я знала их в молитвах, потому что бабушка постоянно писала записки о упокоении. И мне рассказывала, вот это тот, вот это дедушка, это прадедушка. За всех, Танечка, надо молиться. И, приходя в храм, мы подавали эти записки, писали сами. И после службы она мне отсылала, там было такое специальное место, где выносили просверы, и вот эту кучу записок с алтаря. И мне нужно было среди множества записок найти именно свою записку, поэтому я всех знала. Ее предки работали на земле, вели свое хозяйство и за все благодарили Бога. В роду были и старосты в храме, и священнослужители, и монахиня была, прабабушка Татьяна. Вера передавалась из поколения в поколение. Бог всегда был со мной, я к нему никогда не приходила. Я как себя помню, я стою в храме святителя Николая Чудотворца города Алматы. Именно там я родилась. Мамина мама, бабушка Пелагея, привела девочку в храм, научила молиться и любить Бога. Каждое воскресенье бабушка и внучка шли на раннюю литургию. В какой-то момент я поняла, что я знаю все песнопения, я знаю, что скажет батюшка в тот или иной момент. Причем это было вот, ну, очень раннем возрасте. А когда Таня была подростком, ушли из жизни родители, и бабушка Пелагея заменила ей и папу, и маму. Поэтому бабушка, она по жизни для меня, она как бы всегда она была, ну, больше, наверное, чем бабушка. Она, ну, все доброе и светлое, что есть во мне. Даже сейчас... Это моя бабушка. Со временем большая родня девочки начала покидать Казахстан. Это не было желанием дружной семьи. Это стало необходимостью в 90-е годы прошлого века. Вера, она ведь не только дает возможность быть ближе к Богу, а люди, они объединяются вокруг Бога. И у нас очень-очень дружная родня. И наступил какой-то момент, начали все ехать, разъезжаться по России. Таня с бабушкой примкнули к родным, которые поселились на Алтае. В этом, говорит сегодня матушка Татьяна, был Божий промысл. Для меня вера является определяющим,
Я всегда себе говорила о том, что я никогда не выйду замуж за неверующего человека, только за верующего человека. Ну и вот Господь послал мне этого человека. Борис Бароев в то время учился в Томском духовном училище. Молился, чтобы Господь послал ему помощницу в будущем священническом служении. Воля Господа проявилась через его маму и бабушку Пелагею. Прихожанки одного храма, женщины сначала познакомились сами, а потом познакомили Бориса и Татьяну. Мне просто этот человек понравился. Мне было с ним, знаете, уютно, тепло и комфортно. Мне показалось, что вот с этим человеком, ну, я хоть куда. На Урал, в город Сухой Лог, пути Господни привели молодую семью в 2000-м, вскоре после пресвитерской хиротонии отца Бориса. Богоявленский храм стал первым местом его служения как настоятеля. Храм на храм не похож. То есть это было изуродованное здание без окон. Окна были, так как под клуб помещение использовалось, то есть окна там не было. Соответственно, на храм это вообще не было похоже. Молодой матушке, привыкшей молиться в кафедральных соборах, это было дико. Но служение есть служение, и она со свойственной ей увлеченностью, с рожденным принципом, если что-то делать, то на все 200%, принялась вместе с прихожанами творить в этих стенах не только молитву, но и уют. Все 6 лет, которые мы там находились, мы были практически каждый день там, с утра до вечера. Чем мы только не занимались. И убирали траву, и мыли полы, чистили подсвечники, белили и красили. Ой. В этот период в семье, которой Господь пока не дал собственных детей, появилась приемная дочь, тоже Татьяна. Она воспитывалась в Сухолужском детском доме, часто приходила в храм. Отец Борис и матушка Татьяна видели, что девочка подранок нашла в церкви в Боге защиту, и однажды предложили стать им приемной дочерью. Под их крылом Татьяна выросла, закончила институт, вышла замуж. Сейчас у молодых батюшки и матушки уже 2 приемные внучки – Женя и Варя. Когда Женя была маленькая, она не могла говорить «батюшка-матушка». Она говорила «батя-матя». И иногда сейчас я батюшку батя называю. А Варя говорила «Бая-Майя». Матушка Татьяна вела Богоявленскую воскресную школу, многие воспитанники которой стали ее крестниками. Но священническое служение – это крестный путь, на котором встречается масса искушений, непредвиденных поворотов. Так отца Бориса из Богоявленского храма перевели на другой приход – храм соседнего поселка Алтынай. Часть общины, привыкшая к своим батюшке и матушке, потянулась за ними. В годы служения на этом приходе отец Борис и матушка Татьяна стали инициаторами прославления сухолужских священников, пострадавших за веру Христову в начале советских времен. Они служили здесь. Один достаточно долгое время служил, можно сказать, не у нас, а по соседству. Это Богданович, село Троицкое. Это священномученик Константин Алексеев. Но он пострадал на станции Антрацит. Это поселок Алтынай, в котором мы несли свое служение в течение 10 лет. А священномученик Василий Инфантьев, он служил в селе Таушканское, это также Сухолужский район, недолго, и также в 1918 году был убит. Несколько лет кропотливой работы вылились в серьезный исследовательский проект «Ходатая земли нашей» священномученик Василий Инфантьев. Проект стал победителем конкурса грантов «Православная инициатива». К его реализации привлекли историков, краеведов, представителей творческой среды. Сотни километров экспедиций по местам служения священника Василия Инфантьева, сбор артефактов для будущего музея святости и исповедничества, многочасовое изучение архивов. В союзе с творческим объединением «Уральские пельмени» был снят документальный фильм о жизненном пути отца Василия. Есть не только герои Великой Отечественной войны, есть еще и воины духовные, наши предки, которые жили, молились, страдали на этой земле за нас. Но не все было просто в служении и в миссионерской деятельности. Мы не вправе оценивать ситуацию.
Скажем только, что алтынайский период для отца Бориса и матушки Татьяны завершился еще одним резким зигзагом на пути – годом запрета на служение. Это испытание. Вот, конечно же, нам зачастую нужно время, чтобы все осмыслить. И Господь дальше начинает все расставлять по своим местам и показывать, для чего это нужно было конкретно тебе, твоей семье. Мы страдаем одинаково от таких ситуаций. Мы просто много очень разговариваем, рассуждаем, беседуем, эти какие-то ситуации пытаемся проанализировать. Через год новое назначение. Сельский приход с огромным долгом. Здание церкви без ремонта, без отопления, с просевшей крышей. Пока молились в оборудованном помещении, которое выделила местная администрация, по мере сил пытались привести в порядок храм. Я всегда отношусь как? Вот куда Господь послал? Вот на самом деле, там мы и служим. Мы с радостью, с удовольствием, сколько было возможностей, трудились в этом храме, обустраивали эту молитвенную комнату, подвязали всю свою общину, которая туда приезжала, убирала навоз вместе с нами, чистила, драила. И все это делали с радостью, с удовольствием. Но так как средств там никаких нету, а ведь священник, он должен жить на что-то. И нету тех, кто бы туда вкладывал деньги. Поэтому там чисто физически нет возможности продолжать было служить. А так нам нравилось. Мне везде нравится. И вот через эти испытания проходя, я вновь и вновь с супругой сознаю и понимаю, что Господь все делает так, как нам, мы часто говорим, полезно и спасительно. По-видимому, этот этап нужно было пройти. Мы прошли его. Что будет дальше, а мы не знаем. Мы только молимся и идем вперед, не отчаиваясь, да, через тернии, через скорби, через сложности, все эти испытания. Но все это мы проходим, сознавая и понимая, что все Господь подаст, все устроит так, как нам необходимо будет. Теперь отец Борис, как говорится, живет на два города. Служит в Реже, а матушка ждет его дома в Сухом Лагу. Это две составляющие единого целого. И, конечно же, они должны устремляться и сердцем, и душой, идя и ведя за собой людей. Как это важно вот людям, прихожанам, видеть, что супруга священника, она поддерживает во всем его, в том числе и если нужно в храме чем-то серьезным заниматься. Ну, я продолжаю заниматься с детьми, потому что часть детей – это мои крестники, часть детей – это крестники батюшки. То есть вне, скажем, какого-то прихода, но мы ездим в Богданович храм Иоанна Богослова. А так мы каждое воскресенье встречаемся, мы занимаемся. И у нас еще есть духовно-просветительский центр в честь священномученика Василия Инфантьева, который мы открыли. И у нас там очень много лет батюшка курсы катехизаторские разные проводил по истории церкви. А я с детьми занималась, да, в Сухом Лагу. Этот дом – подарок благотворителя, хранит бесценные материалы, которые были собраны во время работы над проектом православной инициативы. Напротив установлен, но пока не открыт, мемориал в честь духовных воинов Сухоложской земли. Есть меценаты, которые готовы помочь возвести здесь же храм, чтобы в результате появился целый комплекс, посвященный памяти пострадавших за веру земляков. Отец Борис и матушка Татьяна молятся и верят, что рано или поздно духовный комплекс здесь все-таки будет. Пока же его воплощение в жизни по многим причинам буксует. Попечалюсь, да, дальше двигаюсь, а как еще? Нахожу какие-то занятия для себя, чтобы не впасть в уныние, в какое-то отчаяние. Да, пытаюсь что-то делать, что-то новое узнавать, познавать. Творческая матушка Татьяна шьет, рисует, создает удивительно красивых кукол. Так проявляется ее любовь к культуре предков. Сейчас занялась иконописью. Не оставляет надежды все-таки создать музей святости и исповедничества, в который уже вложила так много сил, и молится, чтобы Господь послал помощь. Вообще в наше время, что немножко, в чем мы немножко все оскудеваем, это в молитве. И наверное, от того, что в нашей жизни мало молитвы, Господь и посылает нам какие-то испытания, я так думаю. В их доме хранится реликвия, которая перешла матушке Татьяне по наследству. Старинная псалтирь. По ней молились за усопших несколько поколений ее семьи.
И вот тут даже записочка одна сохранилась, когда вот кто-то из сродников умер. Видите, написано даже чернилами, и она мне как память хранится. И она была у моей бабушки, а бабушка уже передала эту книгу мне. Еще у нас, конечно, есть в семье Евангелие, старинные жития святых, но они у других родственников. Теперь она молится за свой род, молится за близких, за крестников, за любимого мужа. Молится, чтобы Господь дал сил и мужество всем жить по совести, а значит, по Его святой воле. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи! Мир вашему дому!